Jurnal TV continuă să vă prezinte istoriile oamenilor de diferite naționalități care conviețuiesc aici în pace. Astăzi vorbim despre bulgari. Prin multă sârguință, aceștia au transformat satul Tvardița în oraș cu multe întreprinderi și peste 1000 de locuri de muncă. Pe toate le-a reușit, păstrându-și identitatea națională, limba și tradițiile. Cum s-au întâmplat lucrurile, ne-a povestit Maria Pascova, ai cărei strămoși au venit aici printre primii din Imperiul Otoman, din care făcea parte și Bulgaria. В 1830 году из Болгарии, из города Тварица тогда, выехали предки, которые, наши предки, которые более 500 лет были под турецким игом. И они уехали искать лучшее место для жилья. Femeia povestește că strămoșilor le-a plăcut stepa bugeacului și au decis să rămână. Totul în jur le amintește de casă, așa că i-au dat localității aceeași denumire pe care o avea și satul bulgăresc din care au plecat, Tvardița. Здесь начали работать, здесь начали возделывать землю, скажем так, в этой степи было очень сложно, но и в конце концов построили такой красивый город, который сегодня мы гордимся и который имеет развитую инфраструктуру, который имеет очень хорошую экономическую составляющую. Твардица это твердыня, твёрдость от слова твёрдый. Вот именно от этого слова. Oamenii din Tvardița vorbesc un dialect bulgăresc. Are multe cuvinte învechite, dar asta îl face mai melodios. Многие люди, которые приезжают к нам первый раз, говорят, что впечатление, что они попадают в Болгарию. Такой спокойный, размеренный быт и такое душевное и гостеприимное население, которое отличается, наверное, от многих других. Sunt păstrate cu sfințenie și tradițiile. De exemplu, sărbătoarea Sfântului Trifon Zarezan marchează sosirea primăverii. Trifonov день это день, когда когда подрезается виноградная лоза, когда начинается уже сельскохозяйственный год, и учитывая, что мы винодельческий регион, то традиция подрезки этой виноградной лозы сопровождалась гуляниями массовыми. Мы имеем очень богатую историю, мы имеем очень богатые традиции, богатые обычаи, мы имеем народную культуру, мы имеем традиционные блюда болгарские. Мы это должны сохранить и передать. Если мы это не передадим, то наши дети не будут такими счастливыми, вот как мы, потому что мы обладаем этим наследием. În Tvardița se află și o zonă economică liberă, în cadrul căreia activează mai multe întreprinderi. Maria Pascova, de exemplu, produce cosmetică pe bază de ingrediente franceze și elvețiene. Каждая женщина имеет право быть красивой, и каждая женщина имеет право иметь доступ к качественной косметике. Вот это право мы и осуществляем сегодня. Афачерия aduce venit, dar și impact social. Tinerii din regiune învață aici o profesie. În total, întreprinderile din Tvardița asigură cu locuri de muncă peste 1000 de oameni. Могу похвастаться, наверное, тем, что мы импортируем рабочие руки из близлежащих населенных пунктов. То есть мы, получается, что являемся предприятием, которые дают рабочие места региону. И тем самым мы развиваем регион. Zona economică liberă din Tvardița se poate lăuda cu cele mai mari investiții per rezident din Republica Moldova. Totalul de venituri la bugetul de stat depășește 100 de milioane de lei anual. Din anul 2014, Tvardița a devenit oficial oraș. Peste 90% din locuitori sunt bulgari, cei mai mulți au și cetățenia Bulgariei.